Так, получили мы колесный цилиндр тормозного механизма заднего колеса. Заказывал артикул бошевский. Поставщик у нас Exist. Так, здесь у нас заглушка, куда вкручивается штуцер тормозной трубки. То есть, если открутить сам штуцер, он подходит у нас и на нижней посадочной. Так, здесь у нас поршни. Посмотрим, что находится под пыльниками. Второй пыльник. Вынимаем. Вот, собственно, и все. Там у нас два отверстия. Здесь у нас подача идет тормозной жидкости. Здесь для того, чтобы прокачать и выпустить пузырьки, предназначается второй штуцер. Пыльники, как видим. Ну а собственно, сами поршни, они абсолютно одинаковые. У поршней здесь конусовидная форма для того, чтобы отцентровывалась пружина. Вот она. Вот и все. Ну вот, собственно, сам цилиндр стал как родненький.